Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения жизни, ну а также исполнение желаний. Помните, что все в ваших руках. Только вы можете изменить свою жизнь. Я в помощь. Канал в помощь. Все, что выходит на канале, весь контент, который выходит на канале, это чтобы вам помочь. А принимать эту помощь или нет, это ваш выбор. Сегодня, как и каждую неделю, каждый месяц, прогноз. Сейчас мы посмотрим прогноз на ноябрь. Основное, самое важное в ноябре. И сейчас стихия воздух, знаки зодиака, близнецы, весы, водолеи, ветерки, порывистые. Ну, а весы колеблющиеся. Ну, в принципе, все равно очень редко бывает чисто близнецы, чисто весы, чисто водолеи. Ведь на нас влияет акцендент. Наш восходящий знак, который был при рождении, который находится в определенном знаке зодиака. Всегда говорю, смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента, для того, чтобы получить полную картину того, что делать, что не делать, состояний, что обойти, ну и так далее. Ну и в конце, как всегда, три карты на исполнение желаний. Эти карты еще иногда дают интересные советы, очень интересные, поэтому всегда говорю для тех, кто досмотрит видео до конца, для тех смельчаков будут еще экстра советы для вас. Ну что, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент обязательно, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Вы знаете, дело в том, что когда мы себе делаем, вот я, например, я когда себе делаю комплимент, говорю, что ты такая хорошая, такая умная, такая красивая, я, кстати, начинаю улыбаться по умолчанию. Поэтому вот именно вот это действие комплиментов и похвал, оно и вызовет в вас улыбку, а это же здорово. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок будет у вас. Ну что, мои дорогие, Таро открытий сегодня расскажет нам о самом важном в ноябре. И начнем мы с близнецов. Поехали! Мои дорогие близнецы, ну вот вы будете в своей стихии, будете много очень анализировать и взрываться по поводу вашего анализа. Тут получается, что вы будете анализировать эмоционально. А вот анализировать эмоционально – это глухое дело. Вы не сможете, когда вы будете, когда вы на тех эмоциях, которые я вижу, здесь анализ можно не включать, потому что ваши выводы, ваш подход и то, как вы будете видеть ситуации, будет неправильным. Поэтому карта говорит, на что обратить внимание. Мы же сейчас смотрим, что же важное, на что обратить внимание. Обратить внимание именно на ваше отношение к тому, что будет происходить. Вы знаете, самое безобидное действо, самая безобидная ситуация при нашей, в кавычках, помощи может вырасти в проблему. Это называется из мухи сделать слона. И вот здесь я вижу ситуации, я вижу состояние, которое может к этому привести. Да, я понимаю, что не всегда, не каждый раз происходит что-то, что нам нравится. Но правильное отношение к тому, что нам не нравится, может просто это погасить и поменять. Ведь ситуации всегда такие, каковыми мы их видим. Для одного ситуация это
положительно, а может он найти что-то позитивное в ней, а другой погрязает в негативе ситуации. И, соответственно, уже разрешение, выход из ситуации у одного человека будет один, а у другого другой. Но, кстати, выход есть всегда. Будут ситуации, в которых будете искать выход, и совет: ищите выход аналитически, а не эмоционально. Если включаете анализ, прежде чем включить анализ, успокойтесь. Дайте себе успокоиться, погасить огонь, и тогда вы сможете мыслить аналитически, мыслить ясно и решать задачи. Точно так же в отношении с людьми. Будете спорить, будете хотеть спорить, будете хотеть доказать кому-то что-то с пеной у рта. Вот у близнецов бывает такое, как и у весов. Единственные, кто уходит в себя, это чистые водолеи. Вот когда чистый водолей, он не выходит на конфликт. А если уже выходит, это когда уже, знаете, как переполнена чаша. А вот близнецы и весы могут спорить с пеной у рта, даже если не совсем уверены в своей правоте. Имеется в виду в достоверности. Простите, горло сохнет. Вот, надо взять глоток воды, потому что много говорю, горло сохнет, начинаю кашлять. А это уже неинтересно. Поэтому смотрите, мои дорогие близнецы, следите. Кстати, посмотрите у некоторых, у кого акцендент в других знаках. Если акцендент в том же знаке, то с добрым утром, я хочу сказать, вам будет нелегко в ноябре. Именно потому, что вы каким-то образом будете во всем видеть подвох. Не ищите подвох, он не будет появляться. Вот так могу просто посоветовать. Но опять же, выбор же только ваш. Весы. Что-то много наговорила. Весы, смотрим. У весов будут прекрасно идти, будут пытаться войти в ноябре прекрасные перемены. Отпуск, долгожданный отпуск для некоторых из вас. Долгожданные перемены на работе, возможности. Откроется очень много возможностей. Смотрите, это карта Мир. Карта Мир завершает цикл. Это самая одна из последних карт в старших арканах. И она в себе заключает все. Перемены, связанные со всеми сторонами жизни, со всеми сферами жизни. Поэтому перемены могут прийти в любой сфере жизни, а то и во всех. Иногда перемены в одной сфере жизни тянут за собой все остальное. Настройте себя в ноябре именно на улучшение. Потому что эту карту обычно проверяют, подтверждают. Дополнительную карту выкладывают для того, чтобы посмотреть, где и какие перемены могут произойти. Я же, вы знаете, как я подхожу к раскладам Таро. Для меня это только движение к улучшению. Я всегда же пытаюсь вас уберечь от чего-то негативного, от подводных камней, даже пытаюсь объяснить, как изменить свое состояние, чтобы изменить ситуацию. Поэтому я буду рассматривать эту карту для вас, дорогие весы, как улучшение. Это изменения, прекрасные изменения и возможности в бизнесе, которые откроются в ноябре. Это долгожданный отпуск, долгожданный отдых, поездка куда-то, куда вы мечтали для других. Ну и, конечно же, это выздоровление и открытие вас миру после выздоровления. Так что принимайте все
все, что будет происходить, конечно же, зависит очень от вашего подхода, но я очень хочу, чтобы вы настроили себя на ноябрь позитивно. И вот все позитивное, что может быть, есть возможность, придет в ноябре. Принимайте. Ну и водолейчики, посмотрим, что же самое важное в ноябре для вас. Переезд. Я вижу, что некоторые из вас планируют переезд, и переезд состоится, и он будет благоприятен в ноябре. Поэтому будьте спокойны, вот все, что вы планируете, связанное с переездом, перемещениями, все произойдет. Тут еще идет смена места работы для некоторых из вас, но только если вы этим занимаетесь. Единственное, что могу сказать, что новое место работы по локации, по местности не будет там, где вы изначально хотели. Вам понравится место работы, которое будет немножечко дальше, чем вы бы этого хотели. Поэтому смотрите, выбор-то все равно ваш. Идет перемена, идут перемены, знаете, для некоторых я вижу здесь ремонт. Этот ремонт может быть как у вас дома, так и в организациях, в которых вы работаете. Соответственно, вас переместят временно в другое место для работы. Это, ну, я понимаю, что, смотрите, в Северной Америке это все возможно. Насчет других стран, вот я не знаю, но это то, что я вижу. Ну а так как смотрят меня из огромного количества точек мира, поэтому у каждого из вас в вашей стране все по-разному. Поэтому смотрите, да, идут перемены, но в основном перемены в перемещении. Для тех, у кого бизнес связан с переездами, если вы ездите по клиентам, могу сказать, что идет увеличение объема, идет увеличение занятости. Поэтому принимайте. Больше вот так основного не могу сказать, что вижу. Вот, потому что не углубляюсь. По одной карте можно рассказать очень много, если углубляться. Но если я буду углубляться, расклад будет часами, и вам перестанет быть интересно. Основное я рассказала, а что будет дальше? Ведь каждую неделю есть еще прогнозы, а также каждодневные карты. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ну и, конечно, вы не пропустите. Ну что, общий совет для стихии воздух. Уберите воинственность. Особенно это касается близнецов в ближайший месяц, потому что вы захотите воевать, и эта карта это подтверждает. Тут карта говорит о том, что расставляйте свои границы, не впускайте людей в свое пространство, в смысле, не давайте людям давить на вас, не надавайте людям пытаться вам что-то навязать, не давайте людям использовать себя. Если вы это чувствуете, значит, соответственно, ставите стоп на определенном моменте. Кстати, тут еще идут ситуации, где слишком панибратское отношение будет вам пытаться кто-то навязать, и тут уже, конечно, выбор ваш. Соответственно, расставляйте свои границы. Еще не подходите к решению проблем, задач, ситуаций с мечом. Имеется в виду, не размахивайте мечом, а старайтесь все ситуации решать диалогом, а не скандалом. И тогда не только месяц, ваша жизнь будет другой. Ну что, загадывайте ваши желания. Помните формулировку. Формулировка очень важна. Иногда может прийти «нет», «вряд ли» или «сейчас не время» только из-за того, что вы неправильно сформулировали желание, и, соответственно, оно не
резонируют с тем, чего вы хотите, соответственно, не может исполниться. А если даже и исполнится, то криво и косо. Часто я слышу такие вещи, почему вот так и так и так. И при анализе могу точно сказать, почему. Ну что, мои дорогие, вы загадали свои желания? Смотрим. Близнецы, вас ждет счастливое будущее. Ваше желание исполнится, значит, правильно вы его загадали. Перестройтесь вот с этого, вот с этой борьбы, с этого, вот этого внутреннего состояния взрывного, перестройтесь на результат вашего желания. Почувствуйте, что вы будете ощущать, когда ваше желание исполнится. Смените свое внутреннее состояние, изменится, вы знаете, вот изменится весь месяц. Подумайте об этом. Опять же, это же ваш выбор. Я могу только сказать, что я вижу. А уже что, куда и зачем, решаете только вы. Весы. Да. Вот у вас, знаете как, неограниченные возможности, неограниченные поставки. У вас перед вами открывается все. Ваше желание точно исполняется, значит, правильный подход. Прыгайте и хлопайте в ладоши. Ну что, кстати, вот этот детский подход, я знаю, как я говорю, 50-летняя девочка будет это прыгать и хлопать в ладоши, но я это делаю, поверьте. Да, не всегда, когда меня кто-то видит, но вот так я реагирую на любые перемены, которые происходят и которые мне нравятся. Принимайте все по-детски. У детей желания исполняются вот так. Подумайте об этом. Водолеи. Ой, не туда. Новые направления. Вот тут я и могу сказать, что вас ждут новые направления, в которых ваше желание исполнится. Поэтому переезды, перемещения, все это дает исполнение желаний. Вот такой месяц хочет войти к нам. И я вроде бы сегодня основное, самое насущное рассказала. Ну а дальше на канале каждый день вы можете найти советы. На сегодня все. Желаю вам счастья по умолчанию. И это включает в себя абсолютно все. А я, в свою очередь, буду каждый день делиться с вами своим позитивом. Люблю вас, мои дорогие. Пока!